Район Волга-Лайф, конец апреля 2019 года, привели в порядок значительную часть парка, не всю, конечно, что там вот дальше, вообще жесть. Ну, вот построили уже даже площадку в самом конце парка с тренажерами. 4 дома здесь готово по передней линии, и попозже я сниму, сколько домов готово далее. Качество резины соответствующее, то есть уже трескается все, все потихонечку ржавеет. Дальний кран что-то еще строит. Получается, на 21 апреля 3 корпуса уже сданы. 2 простые секции, 1 угловая. Еще 4 секции построены. Большая-большая угловая секция. Магазин, и строится детский садик. На дальнем плане строится еще один большой дом. И вот под угловую секцию там стоит кран.